Первая часть теоретическая второй лекции. Пум-пум-пум-пум. Свет при помощи HDRI карты. Так, у нас есть какая-то моделька закинутая. Так, камера скрою, чтобы нам не мешали. Как осветить? Ставим Corona Sky. Ладно, по новой все сделаем. Corona Sky. Выбираем параметры. Выбираем Shader HDRI. Выбираем какие-то скачанные HDRI-ки, то есть, допустим, это у меня на компе. Ставим нет. Ну, жмем в начале превьюшный рендер. Старт. У нас ядерный взрыв. Уменьшаем. Чтобы покрутить, изменить направление солнца, у нас такой тут то ли закат, то ли рассвет, скорее закатное такое небо. Выбираем Chrome Sky, выбираем поворот и банально крутим вот этот штурвал, и у нас все вращается, все меняется. Стоп, посмотрели, вроде бы как устраивает. Корона. Корона VIP. Рендер. Ну вот, собственно, это самый такой простой базовый способ создать свет. Где взять HDRI-ки? Где взять HDRI-карты? Где взять HDRI карты? Вот группа такая есть ВКонтакте. Я оттуда все качаю. И вот у нас пошли HDRI паки. Ну, я там уже пару штук пролистал. Я покажу, допустим, самые мои любимые, которыми я чаще всего пользуюсь. Откуда, точнее, беру некоторые карточки. Вот это хороший пак. Очень красивый цветовой диапазон получается. Световой, я бы сказал. Много текстур. Ну, тут такие себе. Ну, вот эти тоже очень забавный, интересный свет получается. Открываем ссылку на Яндекс.Диск. Тут есть PDF-ка, можно полистать. Посмотреть все это. То есть посмотреть результат, который у вас будет. В зависимости от применяемой HDRI карты. То есть качаете и подгружаете, собственно, все.